С 28 января по 4 февраля «Арзамас» примет лучших российских фехтовальщиков в возрасте до 17 лет. Этот возраст – один из самых важных становлений фехтовальщика. В это время начинается превращение детей, занимающихся фехтованием, в полноценных спортсменов. Мальчишки и девчонки начинают выступать на международных турнирах, сражаться в отборе за места в сборной России. А лучшие из них будут в конце сезона защищать честь страны на первенствах Европы и мира. Первенство России, которое в очередной раз принимает «Арзамас», является заключительным этапом отбора. Именно по его окончании старший тренер сборной России по резерву, двукратный олимпийский чемпион Сергей Шариков, объявит состав нашей команды, которая выступит на первенстве Европы в Мариборе, Словения, и первенстве мира в Ташкенте, Узбекистан. А значит, нас ждут красивые, содержательные и бескомпромиссные поединки, которые вы сможете в полном объеме увидеть с помощью трансляций, организованных Федерацией фехтования России и телекомпанией ТСМ.